don't. Killing my rock, give me killing every bit, then my coming every bit, then my tumbling a bit, give me a bit, then my feet, give me forming a fit. Это видео просмотрело 7 миллионов человек. Сайлаубек Кабдыхамитов мгновенно стал знаменитым рэпером в Казахстане и не только. Учился он в технологическом колледже, навсегда проявлял тягу к пению, родному языку и литературе. Нередко побеждал на конкурсах чтецов. Поет как бы для себя, слушает иностранные песни и те слова, что не понимает, меняет на свой лад. В этом есть секрет хитов MC Сайлаубека. МС Сайлаубек выступил в шымкентском ночном клубе. О том, что звезда Казнета приедет в Шымкалу, стало известно несколько дней назад. Южане гостя встретили тепло. Герои многочисленных роликов не отпускали со сцены, приглашали каждый раз за свой стол. Артист с улицы вовсю дает концерты в ночных клубах Казахстана, снимается в рекламе, выступил с концертом в Бишкеке, а недавно даже участвовал в съемках топовых программ Первого канала в Москве. Cookie Bulgo, yeah, you my ecstasy, homage, your wife. Cookie Bulgo, yeah, you my ecstasy, homage, your wife. Я вообще еще не совсем-то и понимаю, что происходит в моей жизни, но мне это нравится. Мне нравится, что я общаюсь со многими известными личностями. Нравится, что меня уважают и слушают. То, что я исполнил в первый раз, это никакое не творчество, а просто набор слов выпившего парня, который всегда мечтал о карьере артиста. Знаете, у каждого человека, оказывается, в жизни бывают такие моменты, когда выпадает шанс. Мне выпал шанс изменить свою жизнь, и я ее меняю. Впереди тур по нашей стране. Буду ездить с радостью. Хоть и страшно устаю, но приятно одно, что я вызываю улыбку у людей. Планирую записать свой клип про жизнь. Я думаю, зрителям это будет интересно. А вы знаете, что больше всего мне приятно то, что вы и те, кто сегодня пришел, не пожалели своего времени и пришли не только послушать то, что я пою, и пообщаться со мной. Спасибо вам всем. В будущем рэпер планирует записать свой клип про родину и даже выступить с известными рэперами, такими как Тимати и MC Доня, которые публично изъявили свое желание. Кимена бабек, кимена бек, тамана кимена бетамен, темена фет, фатамен кимена самана сет, фетамена клет, катама глет. Это Каражил Дис, MC Сайлаубек, я вызываю тебя на батл. На разогреве в ночном клубе выступили и начинающие рэперы, которые дружно поприветствовали артиста. Для многих гостей это был приятный сюрприз. Народный рэпер исполнил свои хиты, напевал акапеллы известные песни. После концерта MC отправился уже в следующий город на концерт. График интернет-звезды уже расписан на полгода вперед. Специально для канала «Утро». Я желаю от МС Сайлаубека процветания, жизненных успехов, удачи, благополучия.